Привет, Гес. Стихотворение «Он и она». Словно в омут, он ныряет вновь, он не сможет полюбить, как прежде. Для нее он первая любовь. Для него последняя надежда. Ему уже немало лет. Ей весной будет только 20. Он любил ей говорить «Привет». Вместе ранним утром просыпаться. Он любил ее, как любит свет. И в любви не мог остановиться, понимал, что перспективы нет, она ему в дочери годится. Но вдыхая дым от сигарет, отметая домыслы и сплетни, провожая, он смотрел ей вслед, становясь юнцом 20-летним. Студии, премьера оперет, суждения, дебаты, споры, милых, нежных глаз зеленый цвет, тихие ночные разговоры. Он свою судьбу ждал много лет. Выгорели кудри, став седыми. Даже Бог не может дать ответ. Что же будет дальше между ними? Словно в омут, он ныряет вновь, он не сможет полюбить, как прежде. Для нее он первая любовь. Для него последняя надежда. Это стихотворение мною написано лет 15 назад. Как и все мои стихи, оно автобиографично. Всем добра, благополучия и процветания.